Мальчик зеленый, у меня красный дракон, он мне мешает работать. Где в тебе? Да, И я... давит мне на голову. В тебе, да? Хорошо. И. Хорошо, Вера. И я даю команду на счет три. Силами его намерения вытягивает этого красного дракона, кидая его в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Да, он в клетке. Считай цифры над головой этого паразита. Там три головы. Отлично, хорошо. Какие? 10, 326, 8, 0, 1, 1, 51, 11. Достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включая на полную мощность. Ногами сучит, просит остановить. И даю ему мощнейший удар 500 тысяч герц, пока отлетает в другую сторону клетки. Удар. Да, есть. Уменьшает дракона в 2 раза. Есть. Открывается рядом перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Он кричит. Пощади. Кому ты зашел? Ты знаешь, кому ты зашел? Ты знаешь, кому ты зашел. И за это ты сегодня будешь отвечать. А закрывая... теперь знаю. Он не мог выйти, мой дрон запретил ему выход. Закрывая портал. Выпустил, но не выпустил. Закрывая портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Хорошо, возвращая его первозданные размеры. 1, 2, 3. Есть. Стой дальше. Хорошо, поехали дальше. Сканер сканирует все 7 тонких твоих тел. Находит все. У меня чисто, кроме энергии дракона вокруг головы, он пытался подключиться. Понятно. Включайте внутренний белый свет. 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом ты выдавливаешь из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов, а также свои собственные. 1, 2, 3. Свет пошел, энергии выходят и формируются перед тобой в шар. Готово. Большой шар? Да, большой. Открывая портал. Открывая портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду сканеру. Сканер сканирует тебя сейчас на наличие любых вирусов в твоем биополе. На всех 7 тонких телах. На счет 3. 1, 2, 3. До последнего микрона находит в твоем организме. Мелкие вирусы удаляет, если что-то крупное выдавливает из всех твоих 7 тонких тел и формирует в шар. Процесс пошел. Мне жарко стало. Значит, все правильно. Но он удалил, что было. Ничего не вышло? Нет. Отлично, хорошо. Значит, мы тогда... Есть канал к этому интерференту? Нет. Хорошо, меняемся местами. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над моей головой, под ногами. 360 градусов вокруг меня. Сканер сканирует все 7 тонких моих тел. Находит все. У тебя в ногах? Да. Как пиявки черные, называются гидры. Гидра идет слово. Гидры. Хорошо. Ты их видишь там, да? Две канал. Толстые. Я даю команду. Значит, третьи гидры летят в клетку тюрьму. Хорошо. Есть, да? Они как червяки, да. Выстраивая от них канал, притягивая ответственного. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке тюрьме мой заложник. Они сами по себе. У них нулевой уровень вибрации. Они могут вниз и вверх ходить. Как они могут с нулевым уровнем вибрации зайти ко мне? Они извиваются, как червяки, и все, они как паразиты. Замерли в клетке. Считаем информацию, как произошла подключка. Ставим монитор. 1, 2, 3. Значит, они выходят из земли, с нижних уровней, в своей сетке. Черная сетка, в которой они находятся. Ты наступил в эту сетку. В сетке высокие вибрации. Сколько герц? 40 цифр идет. Ого. Черная клетка. Сетка. Хорошо, выстраиваю канал, притягиваю эту сетку. 1, 2, 3. Да, есть. И выстраиваю канал к ответственному за эту сетку. 1, 2, 3. Стоит в клетке, если такого есть. Демон. Отлично. Считай цифры над головой демона. 24. Отлично. Демон, что? Захотел со мной встретиться? Запросто.
Нет, он не ловил тебя. Ты пожалеешь сегодня об этой встрече, я тебе гарантирую. Ты прекрасно знал, у кого находится эта сетка. Сетка на улице, он показывает. Хорошо, он не ловил тебя. Ты когда понял, что ты нашел меня в этой сетке, что тебе следовало делать? Под этим мешком и с гидрами открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Он говорит, а ты куда моих подружек сбрасываешь? Я тебя сейчас брошу туда же, к ним. Ты готов уходить? Чего ты разволновался? Да ты, паразит, подключился к моему биополю. Что значит, чего я разволновался? Пока еще не видел, кому подключился. У меня много таких ловушек. Так, демоняка, как мы с тобой будем решать вопрос? Мне это начинает надоедать. Разойдемся в разные стороны. И ты будешь в моем районе ставить мне ловушки дальше или как? Ты ж понятия не имеешь, кто в твои ловушки попадает. Если я тебе еще мой раз... сюрприз. Вот я тебе сейчас... Хочешь тебе получить от меня сюрприз? Уйти без рогов на свой уровень? Вот так близко ты стоишь к этому? Или уйдешь в галактическое ядро? Или ты мне пообещаешь, что ты никогда больше не подойдешь и на километр ко мне? Если нет, меня не устраивают другие условия. Ты мне не интересен. Как понимать твой ответ? С тобой работы много. Демон, тут стоял на твоем есть месте. Есть души послабее, где мне проще работать. В твоем месте, на твоем месте стоял 68-герцовый демон. Ему тоже было трудно со мной работать. Я и говорю, разойдемся в разные стороны. Хорошо, я тебя первый и последний раз предупреждаю. Второй раз я очень неохотно встречаюсь. Если ты опять попробуешь так подойти ко мне, таким образом, или что-то такого плана, я тебя накажу. Все понятно? Мне что теперь вычислять, где ты ходишь? Мне легче открыть канал «Галактическое ядро», скинуть тебя и не отвечать тебе на этот вопрос. Не имеешь права. Да? Хочешь сейчас получить это удовольствие? Это наказуемо. Пускай меня. А как ты думаешь, куда я тебя отпущу? Мою чистоту. Да? А если я это не сделаю, отправлю тебя на другую чистоту? Короче, демон, закончили шутки, я тебя первый и последний раз предупреждаю. Один раз ты мог попробовать такое сделать. Если я второй раз тебя или твои гидры вытащу, или твои сетки, или что-то либо подобное, и передаю всех, кто работает в этом районе, я накажу каждого. Это первое и последнее предупреждение. Тебе это сейчас понятно? Понятно. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя с того огненную пентаграмму. Это импульс. Высокая вибрационная шоковая удары, сжигая каналы, если таковые есть. Были каналы? Нет, каналов нет. А, отлично. Включая внутренний белый свет. 1, 2, 3. Выдали из себя все негативные патогенные энергии на чистоте этих лярв, которые были сущностей, а также демона и всех остальных. Все чужеродные энергии выходят, все собственные негативные энергии выходят. Влад, а ты не видел, куда я там вступил? Или этот кто вступил из нас? Я, наверное, да? Ты вообще-то. Хорошо, значит, я вступил. Понятно. Вообще из дому не выхожу. В сетку. Шар. Вышел? Да. Большой? Ну, там энергии из ног вот эти черные. Открывается внизу портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Хорошо. Фу, завели еще и не начали работать. Переходим к заправке энергии. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии. Подожди, я даю команду сканеру. Сканер сканирует меня на наличие вирусов, включая медицинскую программу. Если таковые есть, вирус уничтожается на месте. 1, 2, 3. Пошло сканирование. Тебе плохо? Я не могу, у меня в горле что-то есть. Хорошо, меняемся, стоп. Меняемся местами. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует твое горло. 1, 2, 3. Только твое горло в мельчайших деталях. Все, что мешает верить, дышать. Все, что вызывает кашель, начинает пульсировать красным цветом. 1, 2, 3. Ты видишь четко и ясно. Там чип какой-то. Что? Там маленький чип. Чип. А я даю команду на счет 3. Этот чип выходит из твоего горла. 1, 2, 3. Сканер помогает, отключает его до 100%. Да, будет так, а так и есть. Он как маленький-маленький жучок. Отлично. Отправляется в клетку-тюрьму этот жучок. Червячок. Ушел? Выходит.
отключается полностью до 100%. Сканер сканирует, обнаруживает, сразу сканирует этот чип для дальнейших обнаружений для своего банка данных. Это гуманоидная пыль. Все до последнего микрона, все выходит, формируется в шар, в какую-то форму. Все. Свет включает тебе. Свет пошел, помогая своим ангельским светом. Выдавливаешь всю эту энергию, она формируется в шар перед тобой. Вроде вышел шар. Отправляешь шар в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да, есть. Выстраивай канал от этого шара к ответственному. И по ДНК нахожу его, где бы он ни находился во Вселенной. Притягиваю, стоит в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Это гуманоид. Отлично. И от гуманоида выстраивает канал к другим заказчикам, исполнителям, которые с ним связаны. 1, 2, 3. Да, будет так, а так есть. Притягивается в клетку тюрьму, становится моими заложниками. Где эта сущность? Ящер. Отлично. И от ящера выстраивает каналы к другим ответственным. Да, будет так, а так есть. Ящер 1. Хорошо, считай цифры над головой ящера. 32-48. 32-48. На этом твой уровень не закончился. И гуманоид, откуда ты, паразит? Нибиру. Хорошо. Ну что, закончились ваши славные дни. Ящер, у тебя есть последние слова перед тем, как я тебя накормлю живой плазмой? Вы испытываете свое, мы испытываем свое. Хорошо. Твой ответ. Ящер-гуманоид получает каждый по удару живой плазмы. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Ящер смотрит на себя. А у него снизу плазма заходит. Хорошо, испытатель. Открывается портал на чистоте ящера. 1, 2, 3. Ящер уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, что там с гуманоидом? А ящер кричит, убери, он не уходит. И я выкидываю ящера в его портал. Пошел вон отсюда, паразит. А гуманоид вытащить хочет. Открывается портал на чистоте гуманоида. 1, 2, 3. Гуманоид уходит на свою чистоту. Выкидываю его на его чистоту. Да, будет так, а так и есть. Чем больше он ее трогает, тем больше он влепляется в нее. Хорошо, передаст на своем мире. Ушел. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Клетка пустая. Дракон у нас здесь еще. Хорошо, дракон. Хочешь повторить то же самое, что я сделал сейчас с этими двумя? Нет, он признает ошибку. Просит отпустить. Как ты мог войти в ее биополе, объясни. Сколько ты сидел в ее биополе, когда вошел? Был ли ты ответственен за этот кашель? Мои вопросы, отвечай. Ночью зашел. Ночью. Хорошо. 7 часов назад. Хорошо, вызывая главный дрон. 1, 2, 3, твой главный дрон появляется. Да, он здесь. Хорошо, дрон, я даю тебе апдейт, команду на апдейт. Просканируй дракона, просканируй ту возможность, вернее, как он мог пройти в биополе Веры. И в следующий раз моментально на месте начинай воздействовать, не допуская этой интерференции. Просканируй. От дрона идет информация, что дракон очень настаивал, лес сверлил. И дрон решил пропустить его и закрыл ему выход. Но, в принципе, логическая точка зрения. У дрона есть возможность воздействовать на него живой и каким-нибудь оружием, не допуская его к сверлению и пробиванию защит? Он большой и жирный. Дрон решил сделать подарок. Хорошо, дрон. Все равно благодарю тебя за этот подарок. Хорошо. Но в следующий раз по возможности отгоняй, чтобы Вера всегда была здоровая, потому что это отражается на нашей качестве работы, понимаешь? Я все равно благодарю тебя за этот подарок. Лучше не понял. Благодарю. И я возвращаю дрон назад. 1, 2, 3. Хорошо, дракон. Первый и последний раз. Первое и последнее предупреждение. Никогда больше даже не пытайся войти в это биополе. Все понятно?
Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона 1, 2, 3. И дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Когда-нибудь дойдем сегодня до заправки энергии. Поехали дальше.